Всем доброе утро. У нас продолжаются куличики. Мы еще не доели наши куличи. На удивление, вот такие мягенькие они еще. Кофе. И хочу сейчас открыть зефир. Какой-то зефир. Новинка, без ГМО, натуральные компоненты. А, здесь еще, да, игра какая-то. Зефирки выглядят. Кубик валяется. Вот он кубик, да. Слушайте, еще игра. Такая вот игра. Правила зефира. Зефир есть, надо съесть. Да, слушайте, прикольно, да? Даже в подарок, кстати, можно, да? Зефир очень ароматный такой. Прямо здесь еще, смотрите, карточки. Да, ну, это типа фишечки. Да, фишечки, кто ходить. И вот такой вот кубик. Он в пакетике лежит. Сегодня мы, кстати, к бабушке собираемся, да? Миланка собирается, ну мы туда заедем, да. И надо будет тоже взять вроде как чаю, да, и Милана потом поиграет в такую игру интересную, да? Да. С бабушкой, с дедушкой. Как выглядит? Ну, такая вот фишечка получается. Вот так ходит, видишь, вот. Слушайте, зефир такой вкусный. Да. Плотненький, вкусный вообще, прелесть. Ну а мы сегодня решили на обед сделать печеночные котлеты. Здесь у нас печень свиная. И сейчас еще сюда добавим лук. Лук репчатый. Здесь у меня варится рис. Тоже будем добавлять фарш. Потом немного посолить, поперчить. И совсем немного добавить муки нужно будет. И потом на сковородочке обжаривать типа оладьи. Сделала еще салатик, пекинская капуста, в общем, как всегда, огурец, помидор и сметана. Пожарили котлеты, пюре у нас осталось еще с вчерашнего дня. Всем приятного аппетита, кто кушает вместе с нами. Салат такой обожаю, он легенький, вкусный. Сейчас мой один из самых любимых салатов. Зашла сейчас в магазин, возьму зефирку, идем к бабушке в гости. Ну, Миланка поедет сегодня на ночь, хочет. И возьму, наверное, вот такой со смородиной. Здесь тоже игра внутри. Да. Вот. Так, и, наверное, возьму еще вот такое вот печенье. Это печенье сдобное апельсином. И, наверное, возьму и нам домой такие яблочки бабушки тоже. Красивые такие. Идем. К бабушке. Миланка, у тебя очки как-то уехали. Нормально. Чуть-чуть совсем. Гдыщ. Мы их на ухо одеваем вообще-то. У нас после снега вышло солнышко, выглянуло. Чуть-чуть так, знаете, даже греет, но по крайней мере в машине едем. Знаете, ребят, у них как засыпает, когда спокойно музыка. Под громку, да, музыку? Ой, вообще засыпаю. Всегда. Под любую музыку засыпаю. Так, у нас сегодня вообще такие планы. Мне нужно было еще в МФЦ заехать, но я не знаю, до скольки работает. До 9. Если до 9, то мы успеем. Нам еще нужно поехать в один магазин заехать. Потом самое главное, нам нужно заехать на осмотр машины. Наши тогда тухнули, и нужно по каске ее делать. И нам позвонили, сказали, подъедьте на осмотр. Хотя раньше, когда, помнишь, во дворе нас стукнули, мы не ездили на осмотр. Ну, разные сервисы по-другому, по-разному работают, у всех свои правила. В общем, нужно заехать. Самое главное, вот эти два момента, это МФЦ и вот насчет машины. Все успеем. Думаешь, да? Лика там мастерит свой телефон, что-то хочет снять. Миланка напросилась к бабушке. Давно не была в гостях. Вот, и поедет к бабушке на ночь, да? Я, если честно, совсем забыла, что сейчас майские праздники, это значит выходные, и оказывается в среду в школу. Не надо идти, да? Ну, в среду. Надо в среду в школу уже идти. В среду в школу идти. А, теперь аж в среду? Да. Представляешь? А я думал, в среду не надо, думаю, ну ништяк. Нет. И понедельник, и вторник дома? Да. Да, ты представляешь, 4 дня сейчас я выходные. Обалдеть. Ты представляешь? А потом еще там несколько дней учишься, и потом... Ну, среда, четверг, пятница, да, и... Не помню, не знаю. Ну, да, в общем... Посчитать надо. В общем, здоровско, да. Миланка нас сегодня обрадовала.
магазин «Континент». Правильно? Мебельный «Континент». Да. Тоже хотим посмотреть диванчики. Что сейчас есть интересненько. А этого стоит серии, как вот у нас, да? Тоже так. У нас он, кстати, хороший, такой. Пружиной раскладывается. У нас вот этот вот ящик. А, там много чего можно хранить, Лика прячется. Ой, какая прелесть. Блин, как я вот это все люблю. Такой звук. А пойдем там, да, посмотрим. Интересно же. Так уютненько, да? Так вообще. Такие статуэточки, камин. Куда? Запах. Ой, правда, запах такой приятный. Где-то тут освежитель. Нет, ты знаешь, капает вот туда вот воду. И испаряется вместе с маслом вода. Ух ты. Представляешь? Такой увлажнитель. Помнишь, на Алике вчера показывала? Да. Капаешь воду, и он испаряется. Прикольно. А у нас в фонтане так нельзя? Ой, Лик, смотри, какие львёта. Удобно? Модульно. Ну, прикольно, да? Чё? Чё ты села, сама поговорила? Какой мягенький. Слушай, такое все необычное, да, здесь? Слушай, такое кресло мягкое вообще. Слушайте, оно вообще просто прелесть. Да? 135 тысяч. Смотри, смотрите, черепашки и крокодильчики. Вообще красота. Ты чего? Ты куда? Мамочка, она чуть не упала. Да что ж такое вот рыбка? Так нравятся статуэтки. А где их выбирали? Не знаю. Наверное, выдали. Все? Все. Мы сейчас уже дома, смотрим фильм, называется «Охотники за привидениями». Вот, и буду параллельно монтировать видео. На этом наш влог сегодня подходит к концу. Всем до завтра, всем пока-пока.